Так, посмотрим, сколько там. О, 4, блин, 5 тысяч надо звезд. Так, в городе были, в сельской местности были. А, где еще не были? В лесу не были. Или были в лесу? Так, что у нас по деталям? Давай тогда эти... А, 36 нам нужно, да, чтобы улучшить машинку. А, давай уберем вот эту канитель. Поставим вот это вот, управление в воздухе. Не знаю, нужна нам это управление в воздухе или нет. Ну, посмотрим. Типа, можно кувырки делать. Это на Луну надо брать. Как-то оно, мне кажется, мешать даже будет. Это управление в воздухе, оно будет неустойчивая машина, конечно. Возможно. Машинка будет неустойчива. Видишь, переворачивать это. О-о-о! Фигня это. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Давай-давай-давай, на газ даю. Либо сцепление с дорогой нужно покупать максимально. Чтобы машинка у нас не переворачивалась. Ну и вообще двигатель надо покупать по-хорошему. Прокачивать движок. Опа, нормально. Видим. Давай. Видишь, задирает по колеса. Из-за вот этих вот вентиляторов, которые стоят. Опа. Аккуратненько. Все. Проехали здесь. Монетки. Так, вот куча монет здесь есть. Бензобак. Канистрочка. Канистра с бензином. Ух ты! Оно даже на пустом месте может, да, так перекручиваться. Прикольно. Оп. Так, давайте немножко назад дадим. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Короче, когда последнее колесо отрывается от земли, то можешь делать кувырки. Дай нафиг мне этот вентилятор. Он, во-первых, мне не помог. Я кувыркнуться не смог. Надо его прокачивать, скорее всего. А то, что шляпу с меня сняло, то это да. Вообще нехорошо. Опа. Здесь классно башкой стукаться. Теперь. Ох. Тихо. Давай еще раз попробуем. Ну, навряд ли получится. Да елки-палки, может, надо было прыгалку сюда взять. Не знаю, может, я не тут прыгнул бы я. Да фигня, не получится, наверное. А, все, башкой стукнулись. Нормально. Ну, переворотик мы сделали, так, сальто. Сальто-то получилось сделать у нас. Ага, ладно. Значит, что делаем? Надо машину покупать. По-другому никак. А, давай в кубки сыграем. Так, у нас вот этот будет. Первый вариант. Все, идеальный старт. Где там? Так, это у нас просто обычно сельский. Не сельский, лес, да? Лес это, да. Сельское место немножко по-другому. Ух ты, нифига. Что происходит? Где там финиш? Финиш уже скоро будет. О! Финиш уже, ребята, скоро будет. Давай, ускоряемся. Ё-моё! Мы всех пропустили к финишу! Второе место. Финиш у всех пропустили. Есть идеальный старт. О, здесь, блин, назад и вперед. Ох ты, ё-моё, тихо. Главное не разбиться. Главное не разбиться. Да, машинку надо прокачивать. Потому что меня уже эти все обгоняют. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Чё-то меня тут все обгоняют, алло. Так, чуть-чуть осталось. Да. А вот и финиш. А может быть, я даже и первый приеду. А приехал первый. Хорошо. Дальше едем. Так, вот здесь нам нужно первое место, ребята, хоть как надо выиграть. Ух ты. А!
Ё-моё, я чуть не разбился. Так, ладно. Берем бензин обязательно. Оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп. Так, ё-моё, аккуратно. Нормально все. Тут главное, ребята, не разбиться. Давай. Едем. Алло, не спим. Вот и финиш. Спасибо. Проехали мы, наконец-таки. Хорошо. Первое место. Ну что ж, ребятки, поехали на нашей машинке дальше. Поехали. А, в этом месте я не проехал как раз, да? Крокодилы помешали. Ладно. Сейчас мы аккуратненько проедем. А, тут и финиш был, слушай. Кажется, вонючий случай, не разбейся. Ух, чуть не разбились. Пойди, здесь... Первая катка, она самая легкая вот. Да. Первое место. Это самая тяжелая катка. Ой, самая легкая, то есть. А потом посложнее будет. Ладно. Сейчас посмотрим. Тихо. Так, бензик, мне нужен этот бензик. Ой, нет, разбились. Вонючий случай. Да как так? Если мы сейчас первое место не занимаем, то, к сожалению, ребята, мы пропукали. А, ну я здесь играл когда-то. Здесь, в принципе, не сложно. Сейчас посмотрим. Сейчас мы должны выиграть. А, вот и финиш, да. Это не сложно. Хорошо. Проехали. А вот и все чуваки. Кто-то с крыльями даже летает. Первое место, класс. Проезжаем и открываем. И чего мы там открываем? Новую карту. Зимний кубок. Ух ты, красота. Поехали тогда. А что, реально будем в зимний кубок играть сейчас? Ух ты, машинка открылась новая. Ух ты, ё-моё, у нас какой-то босс, воскресный чемпион. Блин, а вот и мы приехали, ребятки, к реальному боссу. А вот и реальный босс. А босс у нас называется чемпион. О! Ух ты, тихо. Блин, он реально, смотри, быстрый. Это чемпион, вонючка. О, давай. Мне нужно во что бы то ни стало выиграть. Ребята. Давай, гоним. О, да, финишка, отлично. Так, сейчас подождем, посмотрим. Да, вот и чемпион вот едет на каком-то... он на этом... На пляжном машинке гоночной. Есть. Едем. Нам нужно выиграть. Так, первую катку мы выиграли. Теперь надо, главное, нам выиграть вторую катку. О-о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 . Да, бензинчик взяли. Тихо. Нет, не перевернись. Слушай. Чувак, давай. Чувика даже. Аккуратненько едем. Нам этого чемпиона нужно выиграть. Да, машинку новую откроем. Аккуратненько. Еее, финиш. Смотри, как легко. А чё ж мы эту вонючую Мэки-то не могли выиграть? Так, идеальный старт. Чё ж мы эту Мэки-то не могли все время выиграть? А здесь-то оказывается легко все. А, смотри, он там застрял, мне кажется. Мне кажется, он там застрял, не знаю. Мы должны выиграть. О, нет, фига не застрял. Он едет. Блин. А такое чувство у меня было, что он там что-то не перевернулся. Нифига. Ладно. Так, берем канистру. А, вот и финиш. Есть. Победа, ребята. Настоящая победа. Мы выиграли у чемпиона. В смысле? Еще раз надо ездить, играть с ним. Я думал, одного раза хватит. Нифига себе, еще раз. Ладно. Попробуем. Хорошо, что я там всегда занимал первое место. Главное, здесь не проволочиться. Опа! Блин, гаджеты вообще офигенные у меня. Офигенские гаджеты. Ой-ой-ой-ой. Он у меня на хвосте. Он у меня, вонючка, на хвосте! Нет, смотри, он меня приезжает. Давай. Есть, первая позиция. Офигеть, я был на волоске от проигрыша.
А, вот и все, я выиграл, да? Первое место. Супер, супер, ребята, лайк, лайк, обязательно лайк.